Всем привет! Продолжаем смотреть работы художников, какие-то выставки, бродить по городу. Сегодня я хочу показать вам выставку, которая проходит в Ирарте или проходила, я уже не знаю. Называется «Моя страница. Выставка художников проектов ВК Талантс». Музей современного искусства Ирарта представляет работы победителей конкурса для непрофессиональных и начинающих художников «Моя страница». Я зачитываю анонс этой выставки. Здесь более 100 произведений авторов из разных регионов страны. Вышивка крестиков, керамика, другие техники, которые редко встретишь в музее современного искусства. Выставка «Моя страница» – это итог конкурса для непрофессиональных и начинающих художников проекта. Экспозиция по итогам конкурса проходит в Ирарте уже во второй раз. «Моя страница» – это верхняя кнопка в меню ВКонтакте и визитная карточка, с которой начинается история пользователя соцсети. А создание личного профиля – своего рода самодизайн, моделирование определенного образа в себе. С самого начала славной истории ВКонтакте профили отражали эстетические предпочтения пользователя и строились по законам прекрасного. От подбора юзерпика до публикации на стене плейлиста или рисунков, созданных в простеньком графическом редакторе. Очень интересная выставка, хорошие работы, такие добрые, как мне показалось, практически все. Давайте посмотрим. Я думаю, что тут нечего зачитывать и ничего не надо говорить. Все, всем пока, всем привет. Выставка «Моя страница», выставка художников проекта ВК Талантс, который проходит в Ирарте. Пока-пока, до свидания.